Było parę głosów osołowiowa, lamentującego lucky strajki w bazie lotniczej na Krymie, więc pomyślałam, czemu nie? Przetłumaczyłam również wypowiedź Girkina na ten temat. Wypowiedź jest fascynująca na swój koślawy sposób, ponieważ z jednej strony mamy rozpacz i rozczarowanie nad nieudolnością Rosji, ale z drugiej strony mamy wyraźny wymóg trzymania się scenariusza napisanego przez mądre głowy w rosyjskim MONie. A to wszystko w opakowaniu rosnącego z każdym dniem zmęczenia specoperacją, która przecież już dawno, dawno temu miała zakończyć się paradą zwycięstwa w Kijowie i zmuszeniem populacji do oglądania Sołowiowa i Skabiejewej 24/7. Swoją drogą, skoro już jesteśmy przy Skabiejewej, wyobraźcie sobie, że nawet słowem w programie 60 minut o Krymie nie wspomniano, preferując twarde opowieści o tym, jak to Europa popełnia ekonomiczne samobójstwo, próbując odebrać Rosjanom wizy, jakim rusofobem jest Bolton, czy tak palące kwestie jak Ukrainki wysyłające zdjęcia ukraińskim żołnierzom. Aha, podobno Polska jest liderem w ilości, cytuję, wysłanych na front najemników. Wracając do materiału, za oknem gorący 10 sierpnia, 7 rano, Włodzimierz siada ze szklanką świeżej uryny i daje krótką mowę wstępną. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня много будем говорить о разных проблемах. И в 8 утра будет Михаил Борисович Ануфриенко, так что выясним все-таки, что же произошло в Крыму. Как это понимать, что это понимать. При этом вот один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке. И мне не играет, на самом деле, для меня никакой роли, почему эти взрывы произошли. Важно, что они произошли. То есть то ли этим поставили ракеты на 300, ну, они в любом случае их поставят, мы сами понимаем. Тем более, чем больше они орут, что нет, мало этого. Судя по тому, что они сказали, в ближайшее время не планируем поставлять самолеты, там F-16, значит, они, конечно, их собираются поставлять. Заход повинен сделать какую-то игру. Им больше пропагандиста плачет, ile что Украина не достает спрянту и брони, тем больше Украина будет его отшимывать. И обозначает, что они сейчас уже готовят пилотов. То есть не должно быть ни малейшего сомнения. Всю гадость, которую они могут сделать, они нам сделают. Вот просто не надо испытывать никаких иллюзий. Но то, что произошло в Крыму, если это преступная халатность, из-за чего произошли взрывы при перекантовке там, не знаю, артиллерийских, авиационных снарядов, разлив топлива. Что это за такой разлив топлива, при котором 7 взрывов? Ну, я не эксперт-криминалист. То учуще, когда даже пропагандист имеет трудности с удержанием фасады. Министерство обороны выдало свою точку зрения. И я сейчас не про эту точку зрения. Я про то, что это за раздолбайство. Если это там диверсионная группа, если это... как угодно назовите. Это сути не меняет. Виновные должны быть наказаны жесточайшим образом. Вот эта халатность, это раздолбайство. Другой вопрос, по какой линии будет идти наказание. Но то, что нельзя оставлять это без... Почему это вообще происходит вот так, да? Бо тута есть, як есть, попросту. И ты добре о том вешь. Мы как-то вдруг стали постепенно привыкать. Ну, обстреливают Курскую губернию, Белгородскую. И мы как-то смотрим, ну да, ну вот маленький домик, ну вот еще домик. Ну вот еще сарайчик. А вот ребят пограничников убили. Засада. А вот взяли, сбросили. Да, ну что там, детский беспилотник какой-то, маленькую гранатку взяли, сбросили. На командование... на здание командования Черноморского флота. И мы так, ну все, да нормально, да, все. И как будто привыкаем. Мы что, озверели? А то есть bardzo ciekawe zagadnienie. Bo to właśnie tacy jak pan Szapiro Welsołowiow są pierwszymi, kto w swoich programach bagatelizuje wszelkie ostrzały, o których Girkin cyklicznie wspomina. Dlatego właśnie lubię Sołowiowe audycje na żywo o 7 rano. Facet niechcący czasem mówi, jak naprawdę uważa. Мы вот красные линии, которые мы пытаемся рисовать, они вообще о чем? Я вот реально хочу понять. Вот эта красная линия, мы говорили 100 раз, нельзя делать то, нельзя делать то, нельзя. Украина не поняла, мы вынуждены были. Вот сейчас какая красная линия?
Я имею в виду до 24 февраля. Какая красная линия, скажите мне? Они должны что, разбомбить Москву, нанести удар по Санкт-Петербургу? Что они должны сделать? По Казани, Сочи взорвать? Севастополь? Или Севастополь говорит, не, ну все-таки, ну ладно, ну... Потому что по Севастополю уже был удар. Разумеем. Выкрешлам из листа. Мы ответим так, сказал президент, что мало не покажется. Кому? Кому? Только Украине? Да мы даже Украине не отвечаем. Зеленский, говорят, после того, как вот это все началось в Крыму, с дикой скоростью сбежал в бомбоубежище, весь зеленый был. Но мы как отвечать вообще собираемся? Мы что, готовы бросить дополнительные, наконец-то, части армейские на фронт? Гиркин, певне, мял бы co nieco do powiedzenia o rzekomym rzucaniu kolejnych jednostek. Перейти из режима специальной военной в режим турбо-специальной военной операции? Хипер-мега. Мы что собираемся делать? Вот тут появляется информация, я не видел опровержения. Одна из стран ОДКБ через британских, которые это все организовали, сволочи, через третью страну продает Украине боеприпасы 152 миллиметра. Ну, естественно, спасенные нами страна ОДКБ. Или это все ложь, все не так? Я просто хочу понять. Если это все ложь, если все это не так, если хакеры просто вот взяли и обманули, ну так заявите об этом. Ну просто заявите, чтобы я об этом, чтобы все об этом знали. А то как-то странновато выглядит. Хакеры выкладывают документы, они всюду ходят. Британцы в полный рост фигурируют. А мы что? Ой, да, конечно, такие вопросы нельзя задавать. Правда, ну конечно, я забыл. Ни в коем случае нельзя задавать такие вопросы. Это неприлично. Вы что, хотите разрушить наши отношения с соседями? Teraz dowiecie co nieco o krajach nadbałtyckich. Postanowiłam to zostawić, bo jest zabawne. Как с прибалтами, что ли, отношения? Вот такие, когда Трибалтийские Эмираты кричат, что наконец-то мы свои нацистские замыслы реализуем. Мы уничтожим память о войне-освободителе. Мы уничтожим память о правдивой истории. Мы уничтожим все. Останется только прибалтийский нацизм и антисемитизм, который шел рука об руку. Напомнить кому-то из этих Эмиратов, как они создавали юденфрай-зоны, где не было евреев даже до того, как немцы успевали пикнуть. Не mam pojęcia, dlaczego nazywa kraje nadbałtyckie emiratami, ale może to wynika z rosnącej dysproporcji gospodarczej na korzyść krajów nadbałtyckich, czy coś. Dobrze, a teraz jeszcze rozmowa z ekspertem, o której Sołowy wspomniał. Oczywiście, wiadomo jaki ekspres. Ten cały Onufrienko to dziennikarz oraz autor bloga Wielka Ruś, gdzie rzuca tezami o trójjedynej Rosji. Końcówka nazwiska, Ko, zdradza, że facet jest Ukraińcem, pochodzi z Charkowa, po 2014 wyjechał na Krym. W sumie życiorys podobny do jednokoszulkowca. Oto, co miał do powiedzenia Sołowiowi. Sołowiow? И у нас на связи Михаил Борисович Онуфриенко. Михаил Борисович, доброе утро. Подпишитесь, пожалуйста, на все ресурсы Михаила Борисовича, которые есть. Мир Михаила Онуфриенко, телеграм-канал. Очень интересно, всегда точно, познавательно. Михаил Борисович, что думаете и по близкому вам Крыму, по всей истории? Я смотрю, Олег Царев с утра уже там выложил, что вот его друзья там были, самолеты не пострадали, все хорошо. Но наш народ всегда подозрительный, поэтому наш народ всегда два пишем, семь на ум пошло. Тем более... Ну, знаете, вот прежде всего, если вы так говорите, я уже, естественно, созванивался с ребятами, которые в Крыму живут. Ну, в целом информация, которую говорит Олег Царев, в общем-то, местные жители, подтверждается, что есть раненые люди стеклами, потому что в окрестных домах повылетали стекла.
Ну, про погибшего ничего не знаю. Официально вроде бы сообщили, что один погибший есть. Но мои товарищи об этом не в курсе этого. Но часть телеграм-канала, причем вот в основном ура патриотической направленности, в том числе некоторые военкоры, мгновенно начали писать, приводить вот эти карты дальности ракет «Гарпун», дальности ракеты «Текмс» к «Хаймерсам», что вот можно из Одесской области как-то с побережья достать до САК. Во-первых, о наличии ракет такой дальности ничего достоверно не известно никому, и о поставках не сообщалось. Во-вторых, гарпуны не предназначены для уничтожения наземных целей, и для них дальность 280 километров, это только версия 82D2, предельная. Но самое главное, поверить в то, что тысячи отдыхающих жителей близлежащих... И ничего не заметили, да? Не заметили ничего. Ну, господа, ну вот это нереально. То, что мы вчера говорили на передаче, что разгильдяйство никто не отменял. Ну и факт диверсии теоретически тоже исключать нельзя. Было, не было, большое сомнение есть. Но теоретически возможно. Вот именно теоретически, потому что военные авиационные базы защищаются достаточно хорошо. Мы имеем опыт многолетний использования нашей базы в Сирии. Вот. Ее атаковали чем угодно. Понимаете? И... каждый раз безрезультатно. Один раз удалось где-то там повредить хвостовое оперение одного самолета массированной атакой беспилотника. То есть, да, полностью исключать факт возможность диверсии нельзя. Вот атаку ракетную 100% можно. Кстати, Минобороны хунты вчера сообщила, что совершенно не в курсе того, что там произошло в САКах. Понятно, что говорящие головы, всякие советники даже да начали натягивать сову на глобус, рассказывать. Но это под страхом смертной казни правду сказать не могут. Вот, да, ну там с воображением все понятно, оно достаточно убогенькое. Что касается таких вот бед, как произошло в САКах, друзья мои, когда интенсифицируются боевые действия, естественно, больше происходит обращений с оружием, с боеприпасами и всем прочим, и, соответственно, кратно возрастают риски всяких неприятностей с ними, включая и взрывы. Потому что и халатность, и разгильдяйство, и все остальное никто не отменял. И я, честно говоря, склоняюсь больше именно к этой версии. Потому что не так просто совершить диверсию на военном аэродроме. Но тогда это бог... еще хуже. Это значит, что кто-то, как вы вчера правильно сказали в вечерней программе у меня, что вот раздолбайство – это страшный грех. То есть кто-то не выполняет инструкции. Это всегда жизнь. Считает, что раз сошло, еще раз сойдет. Ну, это, к сожалению, бесконечный процесс, в котором достичь полного вот результата 100% невозможно. Сколько ты не готовь военнослужащих, сколько не объясняешь, что не нужно вот этой удаль молодецкую показывать, а вот это надо делать осторожно, последовательно и ровно так, как прописано в уставах и наставлениях, потому что они написаны кровью. Все равно где-то кто-то попадается. Ну, вот где-то кто-то попадается. Такими информациями кормил российского вида. Не jestem pewna, ale на tym lotnisku в Сирии, Хмейним, miało być uszkodzonych lub zniszczonych 7 maszyn. Кто się на temacie zna, niech skomentuje. Dawka propagandy za nami. Czas jako podsumowanie przeczytać, co na ten temat miał do powiedzenia potężny mobilizator. Cytując jego wypowiedź na Telegramie. Ogółem rosyjski MON powiedział, że w Nowofiedorowce była przechowywana amunicja, która wybuchła. Ale ataku na nią nie było. Ot, leżały sobie, a potem od razu w dwóch miejscach wybuchły sobie. Bywa. Na co? Szansa jedna na milion. Raz na milion lat. Ale nie takie cuda zdarzają się w wojsku, szczególnie naszym. Zdecydowanie odrzucam możliwość, jeśli ktoś śmie tak pomyśleć, że oficjalni rzecznicy MON-u wprowadzają opinię publiczną w błąd. Wszyscy dobrze wiedzą, że marszałek z dykty i jego otoczenie nie potrafią kłamać. Maksimum troszeczkę dają się ponieść wodze fantazji, jak w przypadku 30 tysięcy syryjskich bojowników, pragnących wziąć udział w specoperacji. Już nie mówiąc o tekstach typu nasze wojsko jest zaopatrzone we wszystko, co niezbędne. Ale czy ludzie dający się ponieść fantazji to coś złego? Czyżby umiejętność fantazjowania, a nawet kreowania własnego świata przestały być atutami, a zaczęły być wadami? Nie, nie i jeszcze raz nie. Dlatego Krym musi to znieść. Donbas znosił i wy też musicie. Gdzie proszę zauważyć, Donbas znosił trudności ostatnie 8 lat i do tej pory je znosi. Dlatego jeśli ktoś pomyślał, że nasi partnerzy przekroczyli jakieś czerwone linie, takie myśli są głęboko apolityczne i będziemy z nimi bezlitośnie walczyć. Koniec cytatu. Odnosząc się do ćwierka pana Alksnisa,
który poinformował, że zdjęcia satelitarne Maxar i Planet Labs wykazały do 9 zniszczonych Su-30 oraz Su-25, pan Ogórkin napisał, co następuje. Staram się nie pisać o naszych stratach, nawet kiedy są mi znane i z pewnego źródła. Według mnie jest pewien sens ukrywać straty, nawet jeśli zwiad przeciwnika może je z łatwością odkryć i potwierdzić dokumentalnie. Natomiast tak otwarcie urzeć, przecząc rzeczywistości, to nie tylko nie ma sensu, jest głupie, ale również ma zadatki na szkodliwe działanie, ponieważ oprócz samych strat wystawia nas na widelec dla wrogiej propagandy. Ja rozumiem, że dla wydziałów marszałka z dykty szkodliwość czy korzyść dla państwa i wojska nie mają żadnego znaczenia. Ich interesuje tylko i wyłącznie zachowanie swoich stołków i korzyści, które one niosą. A jeśli trzeba dla nich bezczelnie i otwarcie urzeć, będą to robić z coraz większą częstotliwością. Koniec cytatu. Dziękuję i do usłyszenia.